Здравствуйте, друзья! Вы на канале Red Fury MMA. Хабиб Нурмагомедов просто идеально проводит свое время в Турции. Днем проводит мастер-классы, а вечером идет к знаменитому турецкому шеф-повару Бураку Оздемиру. В инстаграме он известен как Улыбашка. Так он оставил фото в своем инстаграме, и вот что он написал. «Во время моей весогонки я часто просматривал его страницу. Все было вкусно и было весело. Спасибо, мой брат. С мастером своего дела и с очень интересным человеком». Закончил Хабиб Нурмагомедов. А днем ранее он провел интересный мастер-класс в одном спортзале для молодых ребят. Перейдем к просмотру. После небольшой рекламы всем приятного просмотра, друзья! Спонсор показа – компания 1X. У них всегда большие коэффициенты и быстрые выплаты. А по промокоду REDFURY вас ждет крутой бонус. Переходите и регистрируйтесь. Все ссылки в описании и в комментариях под этим видео. Не забудьте поставить лайк под этим видео, а также включить колокольчик. Большинство русскоязычные. Тренер, вы на русском смотрите? Лучше всего вот эти маленькие перчатки, то, что одевают на спаррингах. В кентусах не ударишь, ни джеб, ничего не сделаешь. Вот. Для этого, например, когда вы спарринги делаете, маленькие перчатки, старайтесь крабу взять, чтобы у вас пальцы были, и чтобы здесь чуть-чуть мягко было, потому что в них посильнее можно бить и следов не оставляют. Хорошо? Это такой маленький совет вам. В этих перчатках, в UFC-шных перчатках, четырехунцовых, которых вы деретесь, в них лучше борьбу делаете. Грэплинг, вольная, в них делаете. А когда вам нужно маленьких перчатков спарринги, чуть пухлые, и бывают отдельные спарринги в 16-м. Вот эти три вида перчаток у вас должно быть, это обязательно. Так что на будущее для вас. Давайте вы вот сюда встаньте, на эту линию. Я там одного возьму, кое-что покажу вот здесь. Я брать бы где сидеть стоит, да? Давай, давай. Но много не буду показывать. Одно движение вот так хватает. Если вы будете отдавать. Когда прижимаете, вот например, прошли ноги. Не-не-не. Очень многие защищают две ноги не потому, что они умеют, а потому, что здесь не нужно умение, здесь чисто физика. Вы стоите просто руками физики поднимаете. Здесь много знаний не надо. Здесь у вас, если физика есть, особенно если в начале боя, здесь можно защищаться. Но если вы прошли две ноги, он защищается и дальше уже переходите в одну ногу. Здесь уже нужно умение, потому что если вы на борьбу не ходили и вы это не отрабатывали в зале, сопернику будет тяжело стать на одной ноге. Ики бажа гирш шапаркен саумак даха сова. А это чит бажа гирш шапарса, ракипа саумак чок зор. Понял, да? Вот две ноги
соперник может защищать, но одну ногу не все могут защищать. Я вот, например, как делал, я, например, бежали. Я застовываю левую, правую, стараюсь за ногу заходить. Саяктан гирея гичу, я за ногу гирея гичу. Бастырьор, омуздан, кафадан она бастырьор, саяктан гирея гичу. Он, бак, он да, он где-то больше рьет. Чок, И вот это кого у меня не вот здесь. Смотрите. Капа бел дюшмит дёр. Я голову тоже его принимаю. Капа викардали бастырьор. Посмотрите, где мое плечо. Вот. Я его могу, например, я его могу за собой, например, голову, смотрите. Посадить. Бел калдыра били. Кедине шкиёрус, дюшиёрус. И после этого, как тут лежались, я уже могу отсюда переходить на вторую ногу тоже. Вот, например, вы прижались. Вот он, если эту ногу берет, назад ставит, назад ставит. Поставил, еще лучше. Я захожу. Я ее часто делаю. Если ты бажан гирш аптинез, он гирей чекерся, бэле. Вот я взял, он назад ставит. Он назад поставит. Садизден içeri giriyoruz. Diz o kafeste. Aldın, diz kafeste bel düz. Бастырьор, бэль. Эта нога, смотрите, прижимает его. Здесь он зажался, он никуда не уйдет. Он если даже захочет туда пойти, капотан, я уйду. Бастырьор, диздэн, диз кафэстэ, омуздан да бастырьор. Смотрите сюда, вот таз. Если вы будете вот здесь, вы его не поднимете. Смотрите сюда. Халчакемик, он якында. Халчакемик, узагдэ, якында. Посмотрите на мою пространство, ну смотри, отсюда начинается. Нету пространства. Больше рёб, дёр, я зама якында, бэль. Çok yakın. Поднимайте. Biraz böyle o tarafa o tarafa geçebilirsin, bakabilirsin. Здесь даже можно, если вы здесь даже вот зажали, например, да? Здесь даже можно отпустить. Я его не буду кидать. Понимаете? Sadece içeride olurken böyle topuktan o topuk çıkıyor, düşebilirsiniz. Но я люблю больше всего, вот вы когда берете. Ben böyle seviyorum. Вот. Bu egzersiz yapmak kolay ve çok az güçlü giriyorsunuz. Rakip çok yoruluyor ama siz yorulmuyorsunuz. Bir daha göstereceğim diyor. Şimdi bacağı giriş yapıyor. Потом зашается. Sonra da bacak alıyor. Onun azar ne olur? Şöyle. Aldınız mı? Evet. Önce çift bacak, şimdi bu egzersiz yapalım. Önce çift bacak giriş yapıyoruz, sonra tek bacak sadece içeride kaldırıyoruz, düşüyoruz. Anladın mı? Evet. Anladım. Hadi şimdi bu egzersizi biraz yaparız. Tuhapuska patrağada. Siz basın eşleş başla. Tekin çalışıyoruz şimdi. Gelsin sen gel. А на этом я прощаюсь с вами, ребята, до следующего выпуска. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, а также включить колокольчик, чтобы увидеть выпуск первыми. Всем пока!